Такой надземный переход единственный в городе. И как все новое, привлек к себе внимание. На улице Седова сильное движение, но кроме автомобилей здесь проходят маршруты большинства троллейбусов. Поэтому задача для строителей заключалась в том, чтобы по сооружению могли идти люди, а под ним беспрепятственно проезжать троллейбусы. Проблему решили с помощью опор. Их высота около 8 метров. Устроила всех. До троллейбусного троса больше метра. Основная задача перехода через улицу Седова – сократить путь от музыкального театра имени Загурского до 130-го квартала. Пока построен только один пролет. Однако общая площадь моста составит 800 квадратных метров. Опоры завозились ночью. Из-за длины их было сложно доставить до места и смонтировать. Теперь самое трудное позади. Уже в ближайшие выходные будут уложены плиты для второй части перехода. Протяженность моста составит 90 метров. Ширина 7,5, плюс лестница длиной 35 метров. Переход будет напоминать площадь, а не мост. Столь масштабное сооружение обойдется в сумму около 120 миллионов рублей. Металлические балки, которые уже смонтированы, и они видны. Вот. А по балкам будут положены железобетонные плиты, и уже над проезжей частью они положены на существующем переходе. Газоны и ограждения, и освещение пешеходных переходов. Два десятка рабочих трудятся ежедневно, в три смены и без выходных. Сроки сжаты. Мостовой переход должен быть выполнен к 10 сентября. Чтобы горожане и гости, приехавшие на юбилей Иркутска, смогли беспрепятственно и безопасно спуститься к историческому кварталу. К тому времени уже будет готов дом Дениса Мацуева, кузнечная мастерская и ряд музеев. Екатерина Бурван, Николай Крупченко. Новости сейчас.